Итак, привет всем. 50-долларовая сессия. Это к вопросу, как покупка двух слоек стоимостью в 3,49 может обойтись в 53,49. Я купил лотерейный билетик. Не забываем подписываться, лайкать, комментировать и так далее. Брусок на $100 есть? Нет, есть черешенька, вишенка. Стопочка монет тоже нет. И на 1000 бриллиантик тоже нет. Что хорошо, это означает, что у нас, то есть у меня есть шанс выиграть что-то нормальное. Да? Один из трех призов в $25 миллионов был взят. Суммарно сейчас меньше 50% билетов или призов было забрано. И призыв, по-моему, $2 миллиона еще, или в один, кажется, в два. Еще ни один не были предъявлены к оплате. Так что шанс где-то у кого-то какой-то есть. 60, 64, 27, 48. 30, просто 7, 40, 78, есть 72 и 75, 58, есть 52, 57, 43, 68, 24, 23, 14, номер 6, 44, 47, 18, 36, 71, есть 72, 55, есть 52, 4, есть 3, 9, 73, 32, 53, 21, 67, 15, 41, 39 и, наконец, 79. То есть, по всей видимости, билет без выигрыша. Ну, как обычно, будет отсканирован на случай, если я где-то что-то упустил. Давайте, до следующего раза.